Летит, летит на север клин усталый. Дорогие друзья, перелетные птицы потянулись в вильную незалежную. А мы на юге. И опять пьяные, сытые, как собака. Фу. Берег турецкий продолжает нас гостеприимно удивлять. И накачивает. Куда-то нас там еще настойчиво зовут и приглашают. Ну пойдем, нельзя же отказать гостеприимным хозяевам. Ой, ниточки захотел. О, как в Дубае, система полива, ничего себе. О, Андрюша с солидным запасом еды. И, ну и я же на море воды взял попить, покушать бутербродом. Ага. Тут же ничего этого нет. Ну да, дикарь. Не будешь я 5 минут идти до бара? Угу. В отель. Какого бара? Здесь бара есть. Застанемся не за баром? Ага. Угу. А зачем мне еды на бар? Не знаю. Не кажется ли, мы только что кушали? Мы уже вышли и мы еще. А мы уже зашли. А это кому? Да. О, я проголодался, но жрать не буду. Сил нету. Ага. Ты говорил, что это. Ага. Я тут уже. Это какой-то. Котлеты ждут. Это какое-то издевательство. Ага, сейчас занесу. Это какой-то кошмар. Видно. Готовим. Пытка едой продолжается уже четвертый день. Смотри, сколько. Выходи на дорожку. Ой, дай мне полотенчик, я забыла. Мама! Кто это тут панамки мне разбрасывает? Кто панамки разбрасывает? Илюша, ты панамки разбрасываешь? Какая это же? Ракета моя. Блин, это наш стаканчик, его надо выбросить. И трубочки. И трубочки. Трубочки тоже мы бросили. За собой весь мусор убираем. Ты хочешь приходить на чистый чай? В первую очередь убирать надо за собой. Бедная лошадка. Вот наездница попалась. Килограмм 150 носит. Еще и по песку раскаленная. Thank you.
Не спешите, я записываю. Ты там на камеру решетку поставил, а то же их зафугую. А, ну да. Мало не покажется. Всем, всем надо, включая зрителей. Да. Ага. Ну он оттуда, не понял. Ага. Он же должен с той стороны выскочить. Ну, так это лупить надо, знаешь как? Ага. Снаружи. И чуть не попало, по внешней стороне ага. Сделал петлю, видел? Ну да. Вот это да. По внешней стороне петлю сделать, это надо будет. Если что там. Свадьба какая-то. Ага. Свадьба, наверное, лишь. Так, что-то мы пропустили, какой-то очередной гудёк. Свадьба? Ничего себе. Все, тебя запечатлели, все, будешь хорошо. Смотреть себя в Ютубе. И не только ты, нас 200 стран мира смотрят, так все, что да. Обязательно. Смотри, вот такие ролики, я тебе говорю, тебе понравится. Хорошо. Не все, но на выбор. 2600 фильмов, то есть есть, есть из чего выбрать. Это вы путешествуете, снимаете, дома, да? Да, все, молодцы. Приколы. Темы нет одной, знаешь, как такое. Все, что интересно. Молодцы, правильно. Так надо. Развлекаться, уделять да. время. Еще и всем показываем, не все же могут приехать, понимаете? Да, да. У кого-то времени нет, у кого-то желания, у кого-то денег, денег. И денег, так далее. Да. А у кого-то всего вместе. Вот такие красивые корабли, такого нигде нет. Ну да. Мы просто обалденно. Очень нам понравилось. 1300 года эти корабли. Ага. Так, все. Твоя редиска выскочила недавно за поле. Мы здесь нашли корабль какого-то года 3000 лет или 2,5 тысячи лет. С медью который? С медными слитками? Да, да, да. А, видите, я читал, да. Вообще, 2600 лет ему, что-то такое. 2600, да. Такое, медные слитки там какие-то. Подолание, да? Да, да, да. Да, я читал. Я читал. Классно. Интересно. Вообще. Да, и хорошо, что сохранился, слитки да, повытаскивали, вообще, история будет. Где-то музей, наверное, поместят. Интересно. На этом не летали, на парашюте? Не, еще нет. Чуть-чуть, видел? Полетаете. Да. Нам больше это, на вот на мотоцикле интересно. А, интереснее, вот. Да. То больше кайф, по-моему. Пытаетесь, учитесь. Ты так орал, что сейчас уже все эти вот, он уже этот стадион собрал, зрители. Сейчас все сюда прибегут, бросят еду. Почему никто не кричит шайбу, шайбу? Да. Шарик, шарик. Не, не хлопают, не понял. Они жуют тихо, они жуют. Я тоже на мышцах.